пожалуйте. Какой барне? Кто ты? Пожалуйте, приказано привезть. Уроки! Назад! Измена! Назад! Чего же ты хотела? Зачем? Зачем ты тебя под цыганку на поле увозить?
Приехали. Ведь сказано не принимать. Граф Петр Кириллович Безухов. Безухов. России. Он именно и нужен мне теперь. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце. Ух, батюшка, хорошие дела. 58 лет я прожила на свете, а такого сраму не видала. Что случилось? Наталья без ведома родителей жениху своему отказала. Курагин, видишь ли, ей голову вскружил. С ним женушка твоя ее сводила. С ним собралась она в отсутствие отца бежать и тайно обвенчаться. Да как же обвенчаться? Он не мог, он женат. Да ваш мальчик, кто-то мерзавец. Устрой же так, чтобы он уехал из Москвы. Иначе быть скандалу и дуэли. Уедет он, уедет завтра. Сказать Наталье, что он женат, по крайней мере, ждать перестанет. Смотри, не проговорись ее отцу. Плохи его дела и без того. Вот-вот пойдет имение с молотка. Да оставайся к чаю, коли хочешь. Наталья Ильинична. Правда ли, что он женат? Это должно быть для вас все равно, потому что... Так это и правда, что он женат? Нет, это правда.
честное слово. Считайте меня своим другом, и если вам нужна будет помощь, совет или просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас ясно будет в душе вспомните обо мне. Самым красивым, самым